До главного православного праздника Крещение Господне остались считанные дни. По этому случаю руководство города совместно с представителями духовенства провели заседание. Они обменялись мнениями и выработали ряд решений. Таким образом, было решено провести обряд купания только 19 числа, не только в установленном месте. На крещенские купания многие по старинной традиции готовятся окунуться в прорубь. Считается, что эта вода приносит духовное и телесное здоровье. В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие более 5000 человек. По этому случаю в городе прорубили 3 проруби. 2 из них расположены на Федоровском водохранилище и 1 в Центральном парке культуры и отдыха. В местах, обозначенных для купания, будет организовано дежурство бригад, скорой помощи, представителей охраны общественного порядка, дорожной полиции и водно-спасательной службы. Поэтому, если люди верующие, желающие, то могут приехать и после освящения этой воды совершить таинство, то есть окунуться в освященную воду. Это будет совершаться после совершения богослужения, утреннего богослужения, ну, где-то по 12-му на разрезе будет. Вот в парке сейчас еще обусловили место культуры и отдыха в нашем Карагандинском тоже будет совершаться. Тоже где-то в это время священники выйдут и осветят естество водное. В свою очередь специалисты во время купания в прорубях советуют быть предельно осторожными. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, слабым сердцем и тем, у кого есть проблемы с давлением.